Копейка рубль бережет. Ежегодно 11 ноября отмечается День энергосбережения. Это относительно молодой праздник. Он отмечается с 2008 года. Дату учредили, чтобы привлечь внимание людей к рациональному использованию энергоресурсов. А наш корреспондент узнала, как грамотно сократить энергопотребление в собственном доме. Электроэнергия в быту современного человека играет важную роль, сопровождая его повсюду. Каждый день мы пользуемся телефонами, компьютерами, другими устройствами. Эти вещи облегчают нашу жизнь. Электрический свет, тепло, горячая вода, столь необходимы для полноценного уюта и комфорта в доме, также поступают к нам благодаря электроэнергии. Начать сокращать потребление электроэнергии можно со своего дома. Например, установить общедомовые приборы учета потребления тепловых ресурсов, утеплить фасады с помощью панелей, которые не позволяют теплу просачиваться сквозь стены. Наша задача – это тепло сохранить, чтобы дальше уже жители не расходовали дополнительные средства на электричество, например, чтобы дополнительно отопиться. Помимо энергоэффективности дома, эксперты рекомендуют обращать внимание на теплоизоляцию самой квартиры, особенно окон и дверей, через которые чаще всего проникает холод в помещение. Другая часть затрат – помимо отопления – электричество. Световой день в это время года короткий, а значит и электричество мы потребляем больше, чем летом. Но с другой стороны, не сидеть же в темноте. Поэтому экономия электроэнергии начинается с правильного выбора осветительных приборов. Так светодиодное освещение делает дом безопаснее и уютнее, особенно в дождливые и холодные зимние вечера. Это светодиодные ленты, это трековые системы, это потолочные светильники и люстры, это высокий класс энергоэффективности, потребление 3 ватта светоотдачи, как 10 ватт в сравнении с лампой накаливания. Компания «Электромаркет» специализируется на продаже светотехнической продукции и электроматериалов. Здесь в наличии под заказ профессиональная светотехника для заводов и бытовая для домов. Сейчас существует много устройств, которые позволяют эффективно использовать электроэнергию. Например, датчики движения или система «Умный дом». У нас также есть специальный отдел. В центральном магазине представлена данная продукция на проспекте Победы 73, где уже с подключением к всем известным нам поисковым системам через вот эти помощники мы можем управлять светом, мощностью света, цветовой температурой и всеми основными показателями. Продукция компании «Электромаркет» зарубежного и отечественного производства и отвечает всем современным стандартам. Та же компания берет на себя гарантийные обязательства. Сейчас в магазинах действует акция. При покупке 3 светодиодных ламп 4-я в подарок.